умрете сразу. Я поставлю на себя, не знаю, что вам лучше, квадратик, ну, или давайте черепок. За черепком бегайте просто. На пух, сейчас на тебя или навара делать? На пол навара, пускай на танчик. Okay. Короче, на полубаф. Друид, ты тут? Да, друид вроде зашел. Алёша, батлрез. ДС. Ты знаешь, что тут делать, Алёша? Ладно, похуй. Все тут. Поехали, пуляй. Милик, еще раз повторяю, все в кресте стоите, ближе не подходить, чтобы не шотнуло лавой. РДД все в звездочку становятся. Не-не-не, в кресте танчу. Сюда его веди, блядь, ну, чтоб не шотнул этих миль. Геру, давай. Так, на мне череп стоит, если что. За черепком бегаем. Только не ждите, не слакайте. Вот эти зеленая лава, которая прыгает. Как только появилась, вот, печеньку стали, допустим, да? Только она появилась, сразу потом побежали к трусы. Опять появилась эта хуйня, побежали в урон. Ну и так далее. Так, еще две, и потом ближе. Еще последний бежим. РДДшники, может, уже миллизон бежать. Сейчас последний будет. Все, в печеньку побежали все, все в печеньку быстрее. Ждем. В печеньку быстрее все. РДДшники бьем босса, прохил рейд. Прохильте, прохильте рейд, блядь, сейчас ДК умрет. Ближе к печеньку стали. Далеко не стали. Побежали, побежали, побежали. Не стоим, не стоим. Побежали. Быстрее. Побежали дальше. Дальше побежали. Разворот дальше побежали. Дальше побежали. Побежали дальше. Дальше побежали. Дальше побежали. Дальше. Разворот дальше. Бежим. Стоим. Бежим. Все, обратно по меткам всем вернулись. РДД в звезду. Милики в кресте. Быстрее встали. Так. Алёша, дай БР по вот этому локу Мацумото. Хук, дай по стаку БР. Вон они там лежат в трусах оба. Резко все вот так. Кто нажал? Дебеч. Блять, не успел. Ну ладно. Хоть вурдалаком до импакта принеси. Ну ты долго вставал, просто надо было быстрее бежать, не бежал. Да, блять, фризит кого-то хуя, не знаю. Ладно, ничего страшного. Так, сейчас еще одна волна, вот. Потом еще одна, потом. Так, сейчас еще одна будет. Так, РДДшники, в миллизоны уже идите. Идите в миллизоны. Крестик, только не бегите в печеньку. Все, в печеньку побежали, все в печеньку. Прохил рейд. На максимум прохил, все. Ждем печеньки. Побежали. Бежим, бежим, бежим. Дальше побежали. Побежали. Так, а ты если не уверен, можешь зеленку нажимать. В принципе, должен пережить под зеленкой. Побежали. Особенно если ты ванхолик. Да лагануло там на секунду. И все. Побежали. Побежали.
фризит, когда волны. Побежали. Ну я понял, ничего страшного, компы старые, побежали. Побежали. Все, последние побежали. Все, встали по своим местам, добираем босса. Крестик, Санти. Алёша, сейчас сдохнешь там. Ну, в принципе, я думал, будет хуже. Ладно, сейчас лавхип даст просто. Самое обидное, что здесь постоянно пэт дохнет. Ну, а пэт тут постоянно. Что за лут падает? Пошлите нафиг. Блять, мне надо релогнуться. А, блять, варов кашет. Ладно, хуй с ним. Рейсните. Только эти стебли сразу заливайте. Похуй на этих личинок, блять, стебли. Главное стебли вонючие эти убивать. И сзади, который там стоит, блядь. Блядь, сейчас рипну снова. Стоп, ребят, блядь, не спешите, нахуй. Меня, блядь, очень сильно пробивают. А есть у кого хил спек еще? Я 6-го хила на эту хуйню спек. На вот хил. Да, я походу и так буду в танк спекать. Ну, ладно, тогда пойдем в 5 и в 3 танка. Да там есть там какой-то ДК танчик. Подкаст, по-моему, почему. Да он нормально одет. И желательно маленький саппорт, если есть у кого-то, то выпивайте в Москве хотя бы. Сзади черт дроида ковыряет. Так. Все убили. Так, у этого паладина мастера вкачан. У этого паладина тоже вкачан. У этого тоже вкачан. Все, заебись. 3 балла с мастера. Короче, по очереди будете ставить Shadow Protect. Начинаешь ты хули паладин. Когда говорю, даешь мастера. Потом второй... значит... Блять, короче, я тебя буду просто Натю называть, у тебя длинный ник такой, Натютюрник. Этот, ты второй, короче, ну, меняешь ауру, и второй проживаешь ИМА. Азичам, ты третий. Да, в 3 танка пойдем, 3 танка. Там подкаст спекнется в танк. Он уже спекнулся. В смысле, у тебя, ну, этот, аура на Shadow Protect сверху. Просто поменяешь эту ауру. Местами. Вот холик нажал, потом местами просто поменяешь ее. Ты, он отожмет на другую, вернется, а ты на эту. И нажмешь ИМА. Да мне конкретно... А, можно поставить 3 мысла? Да ну нахуй, это хуйня. Не, типа... Не, это не вариант. Надо аура сосредоточения. Ну, типа, она нужна в касте. Так, кто с танками? Кто первый забирает, кто второй, чтобы я себе в цель поставил? Ну смотри, первый Юлайн будет танчить, второй и подкаст, я третий буду забирать.
Так, СС-ку на Илан, да? Так, ребафните, пожалуйста, таску. Приста баф. Бафните типа это, пожалуйста. Так, что у нас, пристав нема? Маг на инту дай, баф свой. Так. Рыча на ФК. Все тут. Так, на сколько? На 40% хп меняемся? Ну, давай где-то так, думаю, да. 40-45 вот примерно уже будем перегревать, потому что там это... Смотри, ну, он жарко бьет. Можно, возможно, его тупо гонять, блядь, таунтами. По КД. И этот... Мацумото, дай СС по Фениксу, стак, дай СС по Юлайну, короче, Вару. И Маза Шип, да, и СС по подкасту. Я уже еще... СС-ку дал квадратику. Мацумото дал квадратику уже СС-ку. Это кто дал? Мацумото. А, Мацумото, да? Окей, стак, mm-hmm. Тогда дай подкасту СС и Маза Шип, дай по черепу. И еще, поставьте эти, блять, как их нахуй, огурцы эти. Локи кто-нибудь ритуал нужен. Возьмите все, потом нажмете, когда скажу. Эрл, Геру лучше, когда 30% будет. Да-да, Геру в самом конце. Чтобы будет жесткий урон. Ну так, а чтобы выжили все до того момента. Я пожалуй, Манхолика, наверное, спекну здесь. Поставлю купол. Там... Да, герой на 30% нам, да, это верно. Это третий или четвертый там будет массовый урон от него. Нам нужно будет разбежаться и, короче, таунт его угонять. Я в анхолике здесь, чтобы купол потом поставить, в рейд подойти. Рэл, у тебя в чате спрашивают, когда Геру сдавать. Я скажу, зале, на 30%. Я скажу, ребят, когда Геру дать. Все, давайте вообще на полуба. А, стоп, блять. Короче, на ком нету споры, ДКшники, гриппим спору в звезду. На ком спора, на кого спора повесилась, пиздуем в печеньку. На ком спора нету, не осталось, стоим звездочки ждем. Печенька, на кого там спора пропала, обратно возвращаемся в звезду и так далее. Я надеюсь, вы меня услышали и поняли. Итак, бьем босса. Рок Триксес, ты тут? А, отлично. А чё, ДП? Блять, вы же ДП мыете все старые. Что я тут? Все, пуляй. Дальше, чуть-чуть, ставь его дальше, еще дальше. Все, хорош. Да, блядь, далеко уже. Ну ладно. Ориентируйтесь там по меткам, по сторонам. Еще раз повторяю, кто получит спору, пиздуем в правую сторону, там, где напротив печеньки. Вон спора идет. Везде ее убиваем, ровно везде. На ком спора появилась, те идут правее, становятся ближе к печеньке. Подкаст, ты второй забираешь. Бар уже сдох, да? А чё, подкаст не забирал?
Переагрей у него, Эрл. Захил. Забирай. Хотя ладно, пока не надо. Бафни лапку. Спора идет, гриппите. Забирай, 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 забирай спора. Забери, блядь, кто-нибудь. ДК агри, который другой. Скоро идет. Переагри. Переагри. Забираем. Переагри. Ну, пока нормально. Идет. Заебись целым под блоками танчить, вообще не пыльнело. Переагри. Переагри. Ой, забери, 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 забери. Тут бабка. Скоро идет он. Ребят, на ком спора пропадает и печеньки, блядь. Идите обратно в ледочку, там споры открывайте. Споры в ледочку, в ледочку. Нормально, ничего. Ладно, я заберу. Забери, забери. Спору приду. Так, сейчас кукол поставлю. Агар, агар. Ну, дайте репах по ТК. Срочно каску или стамину, пустовку и лапку. Может Геро или что там? Еще рано? Рано, рано. Я сейчас сложу. Так, я сейчас... Блять, меня бы пробахали, заберу. Дайте Геру, 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 Геру. Поехали. Шаманы, Геру, быстрее. Забери. Блядь, сейчас сдохну. Вар, забирай, ДК. Все, гоняем его, гоняем, гоняем этими таунтами. Заберите, заберите. Забери, ДК, ДК. Нормально, нормально. Ставим, ставим на место, брат. Забери, забери. Забираю. Как второй пошел? Захил. ДК, ДК, ДК. Да, 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 пускай бы это. Пока под пружинкой можно поранить. Забери, забери, забери. Мастераур, дай. Мастераур, дай, паладин. И потом сразу меняйтесь. Через 5 секунд следующий паладин. Мастераур, дай. Да, забери. Забираю. У меня мисс просто вот. ДК, ты посередине робом гоняю.
Давай еще одну, давай еще. Забери, забери, забери. Дай еще одну ЭМА, третий паладин, который. Менять вся уровень, давай ЭМА. ДК забирай. ДК. Угу. Печенька. Череп давай. Добивается, добивается. Печенька. Добивай, 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 ну. Стой, да пошли, успевай. Гоняем, гоняем так же. Блять, трейд уронили, ебаный урод. Добивайте, кто живой. Блять, бомжей вызови. Бомжей, бомжей. Отлично, давай. А шаманы, резайтесь. Забери. Ой-ой-ой. Давай, давай. Давайте, 200 тысяч, кто-нибудь там, блядь, нажмите там, не знаю, что-нибудь. Давай, давай. Блядь, хоть один жив? Да, уже допинаю. Бегай, бегай, бегай. ШПшка бьет. Нормально. Все, ебать. Просто, блядь, Войд красавчик, нахуй. Ебать. Кто знает Войда, плюс в рейд, нахуй. Купол поставлю, сейчас дохнет. Понимаю. Да можете вставать этому утро зрони. Блять, вот этот несбыточный сон хочу, блять, за этого, за эту хуйню. На туре прям войду пацану нормально. Да я не абсорбил вроде. Исцеление, вот видишь. Военный остался. Видишь, ДЦшник, он молитва исцеления, я хуярил. Ну чисто, если бы я не кастовал эту хуйню, залупа была бы, там раньше бы упали. Так, давайте перекурим буквально 4 минутки, я не знаю, у кого есть ДБМ новый, тот видит, что я 4 минуты поставил. У кого нету, тот не видит. И потом я лу сразу разрулю. И пойдем в войну. Это ДБМ какой-то сироска или как? Какой-то, ну. Что у нас осталось, военка? Ну типа с пула не варик, конечно, сдавать. Здесь на этом боссе сдается. Ну и что я этому вару объясняю? Он же нормальный пацан. Там же этот, на том боссе, что мы сейчас пинали, урон от природы идет или как? Ой, блять, хуй знает, что там. По-моему, тьма там идет, и природа тоже. Я просто там даже этот дух ставил на природу, чтобы меньше дамажил. Что-то это не спасло. Ну вот аура яда какая-то, что это за яд, хуй знает. Это, наверное, природа. Рок — это, наверное, тьма. Аура яда — тьма. Атака ближнего боя от спора 1279. Ну я скажу так, тут было бы еще проще, если бы чуть-чуть побольше было бы ДПСа и парочку элемов, и еще один ШПшник. Потому что вот я когда по пяти человекам своей группы кастую молитву исцеления, там, ну заебись вообще, профитно, вон, отхилил как заебись. Да, больше ДПС, меньше вагонов. А ты посмотри на мой темлевел, блядь. Четвертый по ДПС и четвертый по ХПС, блядь. 202 темлевел. Привет всем, ребят. И ребята, блядь. Просто читер. Чит, да? Не, это випка 3%, наверное. Блядь. Не сдыхай. Хильте его, хильте. Но он, блядь, упадет сейчас. Давайте трэш побьем. Че стоять? Кто здесь? Ну и он, наверное, молодой про товар, он еще не... Шев из пула, это, конечно, красиво, блядь. А, и ты за этого шевы отдал?
Да то, что на 2 минуты, когда я слышал. Это все понятно. А, 3 даже? Нихуя. Так ты вообще зря ее отдал. Ничего, я тоже РП, когда я ему соберу. Буду дамажить. Да нормально. Да никто не спорит. Это что-то ханту как-то уныло без арпы. Угу. И без крита нормально. Так, еще 35 секунд потом. Короче, на ФК и лут родить будет. А мы тут прижбьем. Садника через диван же убиваете или как? Да, проще через диван будет 100 раз. Типа, блять, пока я не знал про диван, такая ебань была. Ну, типа 4 танка. Пуги, они чем отличаются? Они изобретательные, сука. Какой-то, блять, мозг нахуй появится, пугов проведет по супер тактике, потом весь сервер, блять, диван ставит. Сейчас я ролить буду, секунду, ребят, вообще на ПК кину, ну, чтоб все были. Чтоб не обидно никому не было. Хилы АФК сейчас, это хуёво, конечно. Не, хилы все тут, кстати. Два лока АФК штук. Мацумото и Стак. Ладно, пока то, что им не надо, могу начать ролить. Вот это хуйня надо кому-нибудь, не знаю, как это. Естественно. Энх может там. А, это хантуки. Хватит Энху. Так, череп обмен тогда дай. Дробящая, не знаю, просто ДК, Энх. Че, много разролили? Две говношмотки на фанта. Нет, только две шмотки. Ну, на фанта и на ДК. Угу. Штаники же. Военный, обожаю. Простой квартал, учитывая, что баг диваном, блядь, есть на всадниках. Ну, инструктор из Зуви, блядь, конченый босс для милики. А, так, очень легкий так, как босс. Мы его, так как мы его таунтить будем, нахуй, милики бегать будут. Нахуя таунтить? Есть два приста, блядь. Да, при закрытии Нагса 25 можно ходить в льду 10 и 25. Так, это надо кому-нибудь? Так, вижу, начу. Да не мороси. А я не помню, а ты, по-моему, а ты был на этом, на ночи, на чернике, не помню, вроде тебя добирал. Ну да, обмен, я просто не помню, был ты там, не был. Если смогу передать, то отдам. Слышишь, Майнд Скилл, мы с тобой в кукле посидим, заебись будет все. Да не, какая нахуй кукла, бля, хуйня вообще. Почему? Через потом, куклу самое потом... заебись. Ай, в пизду, убьем трэш просто, блядь, и будем таунтить босса нахуй. По КД нахуй, и все, и так убьем. Он типа шотнуть может, если что. Я понимаю, просто, блядь, станем треугольником, три танка и будем таунтить, нахуй. Вот то же самое, что мы на лодке что делали. Да, по сути, можно, но дело в том, что там, чтобы танки не прослакали, чтобы босс не добежал до танка, потому что он реально может стрижки скрыть. Да, ничего, если что, у нас еще, блядь, у нас 5 ДК, типа, с таунтами есть, у нас вары 2 есть с таунтами тоже, ну, ладно, один танк. Есть друиды с таунтами, типа, блядь, ну, даже если кто-то заплакает, ничего страшного. Ну, так, да. Наверное, за 100% побед. Мастил обмен черепа. Да просто кидайте обезражение на него, покидайте, типа, и он никого не пробьет на. Да не, я говорю, лучше по таунтим, блядь, мы его чуть дольше будем бить, но зато, блядь, убьем 100% на пизон. Не будем забирать велосипед. Тканевые боты. Я даже не знаю, на кого это параша. На ДЦ какого-нибудь. Слышь, ты себе забрал этот соки там? Давай я заберу эти. Ты же соки там? А, лилок забрал, подожди. А, не забирал, пускай он забирает. Все, я перепутал. Так, вот плащик хороший. На всех РДД, в принципе. Ну, на холе пала, хороший. В принципе, на всех.
Ну, Мазершип, топовый ДПСер. Алёша, я не помню. Это же с Хегеном? Алёша, это хил. Не, Алёша, ты Рдру, на Рдру это такой себе, это носовую такой себе. Да. Поэтому... Кто там на следующем Мазершип? Мазершип. Нормальный пацан. Только обзывается, вот, сука. Вот это на тебя плащ, друид. Диспел давайте на коне, а то будем их, блядь, долго бить. Вот это на тебя, нахуй, полрейда роли. Пизду, я даже ролить не буду. Так, Аршанский это файт. Давай. Да здиспальте этот ебаный щит, блядь, к магии нахуй. Маздиспал, дай прист. Отлично. Аршанский обмен. Так, дальше. Боты. Рок. Не знаю. Народ. Мутик, да. Трикса с обмен. Параша полная. Не знаю. Полипал какой-нибудь. На Эрдру говно даже. Но если надо, тебе Эрдру могу отдать. Аршанский обмен, черепу дать. И грудак, я так понимаю, никому не нужен, да? Ну он там этот валяется. Встань сам резнись. Дробящая с духом. СПД. Сука, надо, сука. Ты... Чтоб тебя хуй было бы вырос. Дроль. 102, блин. Ладно, у меня пока нет, блядь. Живи, блядь. Хорошо, такая, ничего страшного, нормально. Алёша, блядь, вы там еще трэш-сагр. Трэш-сагр, блядь, сейчас сдохнет от этого. Дайте дизайн по этому, который вихрь кастует. Алёша, Battle Pass, или как тебе там, обмен? Варх, Охотник, Шимен, Клечи, 213. Фанта, чё-то. Фанта все уныло. Ясно. Ну давай фанта, нет. И плащ Аршанский. Молодец. Да, ролл на мейн, типа, только если на успех, ну, если никому не надо, то, наверное, успех. Аршанский обмен. Он бежит. Короче, трэш этот ебаный, заливаем нахуй. Вон, подкаст, ты вон становишься туда. Мне в танк аспекаться обратно. Да можешь ДД, типа, мне без разницы, но он типа все равно не должен тебя ударять. Вот там. Можешь в ДД потом. Но если у тебя лучше этот. Хотя у тебя, наверное, в танке все равно этот на таунт нету символа. Чтоб не промахиваться. Я, допустим, блять, печенька криво поставилась. Этот вар, который танк, билайн, ты в ромбике станешь, ну я Дима тут в трусик. И так вот троим будем там. Поставь рыбу, пожалуйста. Поставь теперь. И еще, ребят, смотрите, у нас двое рог и два воина. Смотрите, чтобы на нем все время висело обезоружение. Просто так, для страховки. Если на нем эта хуйня висит, он даже, блядь, деда не пробьет. Даже по дебафу. Потерпи. Ладно, давайте убьем этого пидора. Так, давайте вообще на полбах, не будем тут сидеть, в принципе, это легкий босс, по сути. Так, Макс Фактор, ты тут? Макс Фактор, эти перчатки немножко лучше, чем которые у него были. Они искренне надутся. Все, поехали. Трэш сразу зальем просто. Заливаем трэш сразу. Забери пока босса вар, да, пораньше.
Дизарм там, да. Пока трейд нет. Собери моба. Кто там следующие танки? Алло. Танк, давай, забирай. Забирай. Пока. Все, я забираю, наверное. Во, вот так по очереди забираю. Ты второй ДК, я третий. Забирай, забирай. Давайте Геру, да, может, РДДшники. Между звездой и треугольником 50 тысяч. Какой-нибудь ДК останьте там. Любой. И Джейсон, окей. Джейсон, ты будешь таунтить. Остаюсь, остаюсь. После меня таунтить будешь. Забирай, Джейсон. Джейсон, забери. Забрал. Забирай, Юлайн. Алёша, дай БР по Void Spirit. Забирай, Джейсон. Забирай вар. Отходите там чуть дальше просто. Забирай, Джейсон. Забирай вар. Рано, Джейсон, забираешь. У меня докнаунт не успевает, когда же скадок вар. Вар забери. Не спеши. Вот сейчас забирай. Забирай вар. Ну и так вот далее, короче. Убьем их. Бля, все таунт не снул, да, я так понимаю? Или кто-то другой стаунтил? Я что-то не понял. Забирай вар. Таунти, РЛ. Нет. Вар забирай. Джейсон, блять, рано забираешь. Забирай, блять. Дай ПР по мне, хух, быстрее. Забирай вар. Я встану на твое место. Окей. Забираю. Дай хук БР по мне. Пух, блядь, друид второй, который. Он по мне дал, да. А, он по тебе дал. Ладно, окей, тогда травём там. Могу тоже на себя. Забирай вар. Вар забирай. Антон. Подкаст забирай. Быстрее, только не давайте ему, чтобы он подходил, а то шотнет. Забирай, Джейсон. Блядь. Другой ДК какой-нибудь сами. Солодка Дева. На это место. Забери солодка Дева. Встань на турсы и забери таунту. Вот Миша есть. Алёша, ладно, окей, Алёша, забирай. Блять, он без меткости, походу. Забирай, Джейсон. Забирай вар. Блять, какой-то волохнял. Хан сейчас забыл. Залупа, а не тактика. Забирай. Не, тактика нормальная, просто, блять. Забейте на. Ну, типа... вот у кого-то таунт миссанул, блять, я так понял. Я понимаю, что я в одну куклу его забирай убивал. Друид. Друид без меткости. Заберите свары кто-нибудь. Заберите, блядь, сейчас вар умрет. Все отлично. Джейсон, рано забираешь, блядь. Вар забери. Друид второй забирает. Друид забери. Джейсон забери. Вар забери. Друид забирай. Забирай, друид. Джейсон, забирай. Я буду носить. Вар, забирай. Друид, забирай. Миск у него. Вар, ДК забери. Друид, забирай. Друид, забирай. Опять Миск, что ли, блядь? Нет. Жди, пока не забирай. Джейсон, забирай. Вар, забери. Друид, забирай. Забирай, друид. Угу. Джейсон, забирай. ДК, бомжей есть. Вар, забирай. Друид, забирай. Забирай, друид. Джейсон, вар, забирай. Друид, забирай. Забирай. Блять. Забери, Держи. Другой друид. Всё, Джейсон, забирай. Угу. Вар, забирай. Друид, забери. Друид. Блять, любой какой-нибудь друид, не знаю. Все, ладно. Все, окей, забрал. Вар, забирай. Этот. Друид, забирай. Друид, сейчас забери.
Вар забирай. ДК забирай. Друид забери. Блять. Ладно. Добьете. Друид любой кому там забери. Вар обратно забирай. Друид третий забери, второй друид, который. Ага. Вар забирай. Все, добивай. Ладно, пойдет. Дайте ей рез, пожалуйста. Хуета. Дайте рез. Пока шею возьму. Ну и тебе спасибо, НК. Удачи. Пошлите дальше трещи. Наручи на касте на нормальной лупке. Опять это данковский эш. Пошлите трещить. Есть у кого-нибудь один ДДР, ДДР, не знакомый, не знаю. Или гидик. Без КД, кто хочет. На залететь на 4 бот стал. А, не, не надо, не надо. Я локну. Добрый, давай, удачи тебе. Ебать, как почитаю, ники людей такой пиздец. Как только столько слов. Нормально, веселый. Так, ребят, одну минутку буквально, как раз вы до готика дойдете, потом читаешь вам, чай я приду. Тыкните шкаф. Так, тыкай. Mm-hmm.
Да дайте вы диспел. Было что-то еще шкаф. Сломаем, который громобой, можешь в энхо спеклить пока что. Все отлично. Так. Третья и четвертая апатия. Направо идете. Плюс резинка. Первая, вторая апатия остается слева. По хилам. Обезбашка плюс. Азар слева, Майнстил и Алёша Батлре справа. Босс простой, пинаем трэша просто и всё. А без башки ты слева с Азаром остаешься. Майнстил и Алёша Батлре справа. Так, все тут готовы? Там био... О, лок. Дискорд, ладно. Джуки, в принципе, туда пошел этот лок. Отель, где отель друид? Не вижу его вообще. Он тоже туда пошел, да? Тыкните, пускай друиды сюда все умеют. Маша какая-нибудь сеется. Блять, друид нахуй. А, все, он тут, окей. Короче, на полумах еще раз. Все, поехали. Сейчас другой диск как раз идет. Самый уебищный босс, блядь. Ну, зато легкий. И лут с него там наруч охуенно на миликов палит. С мастерством и сакетом. И тринкеты с него тоже падают. Так что, как бы, какой бы он скучный хуёво не был, зато лут нормальный. Блять, лучше бы я с РДД пошел нахуй. Хуй успеешь, чем даже на стак. Ну, он крыся уже побежала босса убить. Правильно делает. Обучен. Привет. Ты
хули бы тут не нахуярить на этих взрывах? Да. Как там у вас справа, нормально вообще? Ну, пока что. В смысле пока что? У вас там нормально. Ну типа, если вы пачку быстро зальете, может и хуёво будет. Просто АУЕ должно хватать. Больше, чем милик. Почему мне так хп мало? А, блядь, на мне стамины нету. Кристалл, что я понял. Спасибо, Кристалл, блядь. Ты что, падал? Да я не помню. Вроде нет. Потому что падал. На лошади последний раз вроде падал. А, не, стоп, стоп, на я же на этом. На рисую ему точно. Что-то я не посмотрел, что на мне стамины нет. Ну ничего, надеюсь, не сдохнешь. Там у вас войско есть. Это нормально? Не сдох. Просто поставил, что хапанул. Он стамину достал. Хабан. Сорок секунд. Чё этого говна? Давайте там РДД справлять. Больше ебать, пока не, блядь, раздамажились, я ебу нахуй. Все, по пизде пошло, но... Ясно, справа, блядь, короче, бай. Смотрите, идите бейте. Бейте, возможно, еще можно выжить. Попробуем. Нужно, чтобы друид резал друидов потом, если справитесь с трэшем. Босс через 10 секунд, смотрите внимательно. Все сейвы отдавайте, это, блядь, гемнов нету. Что вы хуйню отдавайте? Хильтесь, главное живите. Вот я, хил, есть, блядь, есть одна проблема, нахуй. Я ДК не паладин, мастаунта нету. Похуй. Все, пошел босс. Отель, беги сюда, резай Алешу. Алеша резнет хуха, найдет. И потом еще кого-нибудь хух резнет. Надо посмотреть по ДПСу. Ищи Алешу, резай. Алеша хуха, он подамажит. И хух еще кого-нибудь резнет. Алеша, бат, кто-то там? Да, ну, блядь, нажми, у тебя вуду или что-то есть, вот оно, тело его лежит, блядь, прям в черепе, быстрей. Сука, ставьте аддоны на фреймы. Вставай, Алёша, хуха резай, Алёша. И инер себе захуяривай, давай. Красава. Мать, это самый прикольный готик из всех, который... Ну и кто там больше под... Мозершип резай. Вон он возле черепа лежит, Мозершип, он подамажит. Хух, вот, красава, лучший. Все, и вы его добьете, я думаю. Бафики ему лапку сразу, лапку ебани по локу. Беги, сова, и лапочку, оп. Красава. Все, бля, это... вот тебе и босс появился, ебаш. Вот озлил. Че? Говорю, вот озлил. На, чел веселый, оживил, прям рейд вообще. Ну, так а хули... Ну, а хули вы думали, я, блядь, весь рейд... Красава. Да, блядь. Ребята, спасибо, блядь. Это я пидорами там называл людей, и Мазершип на меня ругался, блядь. Тварь, говорит, откуда ты вылез? Помните, блядь? Ну, на глуте. Было дело. Конечно, позитивно. Нормальные пацаны все, блядь. На Хейгане мне понравилось, почти никто не сдох. Сейчас добьете этого пидора. Кикайте косты ему тоже по этому... На 30 он перестанет ТПшиться и будет проще.
хп просто мало. А там похуй на хп. Да, главное их костры кикать, и все. Этот громобой энг. Кикаешь, когда добежишь. И там крал. Не знаю, сейчас локу. Да, может шотнуть. Меня таунт не достает. Да, лучше просто... таунтите прям, потому что он это, эту хуйню... Кикать ему косты, я в центр подводить, чтобы туда встанут. Там он еще раз тпшнет, 35%. Все, сейчас 33, он здесь останется. Все, заебись будет. Вы покикаете, да. Нормально будет. Просто хп меньше, значит, но ДПС вроде нормально. Кикайте максимально косты сейчас, ребят. Чтоб меня не шотнул, мне 13 тысяч хп. Геру давайте, если есть шаман живой. А смысла особо не было, блядь. Так, костяной щит. Зеленочку нажму. Ромку поставлю. Ну вот, а можно было лайпнуться. Ну я пару раз вытаскивал так вот, когда 10 человек падали в одной стороне. Чисто, блядь. Главное не поддаваться панике. Ну, блядь, ладно уже, без... О, нихуя себе, 2-3 не на РДД выпало, лол, блядь. Хорош, вот одну мне по-любому, потому что я нормальный пацан, да? Все согласны? 2-3 не на РДД, нахилал. Вот одну Мазершипу, вот одну вам... Войду. Красава, лучше. Вот вам самый конченый босс. Видите, какой лут охуенный на РДД, блядь? В смысле нахила, там сиди, блядь. А, у меня слишком много таких предметов. На эти, кинь Войду по-братски, просто, что я помог, прям, в натуре. Хочешь по ИРЛю последних боссов? Да не надо. На туре, ну 202 ШП, нахуй, 5800 ДПС. Порезайте, ребят. Сука, парольте на меня, пацаны, ебать. Рейды под конец КД не самые веселые. Да, на туре. Тут мне настроение хорошее, две гильдии сливаются, теперь рейды будут по КД собираться. Не 2 часа сбора, 5 минут. Ну, знаешь, у нас тоже такое как-то было, блядь. Даже 3 рейда нахуй. Было нахуй, после слияния. А потом, знаешь, как-то бах-бах-бах, и еле-еле там кое-как там. Потом второй рейд начал набираться с твинками, а потом вообще один. Знаете, типа у нас на X4, блядь, в одной ги на каждой РТ 2.25 было, блядь. Слышь, Мозершип, а тебе надо вот это триня меткости СПД? Ну ты в натуре на меня паролишь, да, и отдашь как-то братски меня, типа. Видишь, я тебя сообразил резко сказать. В смысле пока, блядь. Ты меня пидором назвал на глуте. Блять, надеюсь, я ее вырулю. Или какой-нибудь пацан нормально мне ее даст. А, блять, я один пробежал, а хилов нету, ясно. Назад, нахуй. Надо смотреть, кто у нас меньше всего ДПСит, он там постоит с диваном. А что там с гипишь? Я хочу поставить с диваном. Пойду покурю заодно, блядь. Ну типа что это... Не, давайте после всадников там покурите, уже всадник, блядь. Не, так я говорю в этот, про диван. Я постою в диване. Пойду жаль, покурю. Есть там хоть один хил? Надеюсь, есть, блядь. Я, блядь. Сука, блядь. Поднимите, пожалуйста. Заводи. А куда они попиздили? А, вон там сзади этот спецотряд, сейчас меня резнет. Блять, нету хилов. Есть, подняли, нормально. Какой нахуй подняли? Я в тебя руки дал. Я тебя похилю, да. Ритриком, но я ничего не обещаю. Красава, красава. Блять, ебать, вы прям лучшие ребята. Лут бесплатно всем, блять. Вне очереди. ШП, блять, единственному нахуй. Хила, блять, подожди. 4 хила. Не, да оставайся. Оставайся в ДД, наверное. Я не
не знаю, кого тут самого слабенького в диван отправить, наверное, вот, блять, нет, пускай БР будут. Нет, тут, мне кажется, ДЦшник пригодится хотя бы что-то подхилить, блядь. Ритриком я еще никого не хилил, блять. Ну, кого там самый слабенький ДПС? Надо посмотреть, ну, там, какой по этому левелу или что там. По-моему, Хант... Либо какой-то маг вроде бы. Чё? Хант нормально, да. А не, Хант нормально. Да, ну, ну, сами это скажите, да. У кого там, блядь, 3К было, ёбаный в рот. Да что их так много, я, боже. Мне дальше оставаться в Энхе или в Хила прыгать? Не, в Энхе будешь. Не, какой ты в диван ты хилить будешь? Щитки бросай. Давай, какой... наверное, Триксис Рога в диван пойдет. Я думаю. Триксис? Ну. В смысле вы бежите? Ох, ебать. Тыкните по шкафу. Чё, он мало дает, да? Да тебе тут особо ничего знать не надо, пошли. И дайте СС по... Блять, по кому тут? Смотри, дай... давай... Его шотнет, который кинет диван этого, его шотнет. Давай СС кину того, кто будет кидать диван. Он встанет, прибежит сюда уже. А, так и надо. Все правильно, это я и хотел так. Азичамп, наверное, я думаю. Кто, кто там диван кинет? Пускай Азичамп кидает диван. Кинь... Вот, короче, я... Ну, подойди сюда. Вон он, Ретрик, первый партий. Ромбик на нём. Вот. Ромбик, стой, Ромбик, стой, на тебя должны кинуть СС. Алло. А стой, я кину. Так. Ну побежал. Манстил, ты вернись в рейд обратно, ДЦшник, который. Триксис, вот короче, смотри, вот станешь вот сюда, вот в центр. Вот сюда, вот, в эту хуйню. На тебя дадут диван. Кристо баф можно? И ты, короче, как статуя просто будешь, ну, вот типа. Сейчас. Во благо всего рейда, короче, стоять тут просто, ну, и чилить. 5 минут в диванчике. Ой, тыкни рыбку. Мантисил, вернись обратно. Так, я, короче, тогда эту хуйню... я первый танчу. Вар, ты вторую эту хуйню. Ну и ты по правой стороне, короче, я полил. Ну ты справа, я слева. Бля, короче, ты вот эту хуйню...